Первое воскресенье после Святой Пасхи Христовой. По завершению Божественной литургии при храме Рождества Христова прошел первый этап фестиваля колокольного звона «Кубанский Благовестник». В нем приняли участие звонари храма Второго Благочиния, начинающие осваивать звонарское искусство, а также прихожане и все желающие приобщиться к искусству колокольного звона. Мероприятие началось с молитвы, а затем каждый участник проявил свои навыки. Жюри фестиваля из числа священнослужителей, представителей культуры и общественности на следующий этап определили победителя. Дорогие участники конкурса звонарей Второго Благочиния, хотелось бы всех вас поздравить с сегодняшним не только участием. Мы услышали ваши уже умения, навыки, искусство звонить в колокола. И хотелось бы поздравить всех вас с этим торжеством, пасхальным приветствием. Христос воскресе! Воистину воскресе! И огласить вам результаты нашего конкурса. В следующий тур епархиального колокольного фестиваля по решению жюри выходит Сергей Викторович Нерсесян. Давайте мы ему поаплодируем. Он награждается грамотой почетной, пожалуйста. Христос воскресе! Святым Евангелием, которое да будет ему благословение и руководство по жизни. И памятным призом, электрическим чайником, чтобы в перерывах обучения звона укреплялся за семейным столом, за кубанским краснодарским чаем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Всем финалистам были вручены памятные призы. Дмитрий Анатольевич Бойко, Господи, благослови и к этой святой книге за семейным столом с детьми. Чаще собирайтесь и учите детей своих и вообще всех тех, кто приходит в храм Божий, звону колокольного, которому да будет дальнейшее распространение. Алексей Владимирович Околот, Святое Евангелие и памятный приз для вашего проведения совместного семейного быта, участия и как можно почаще собираться в кругу семьи. Колокольным звоном занимаюсь около года. По благословению настоятеля, вот четверо братьев нашего храма пришли заниматься на колокольню практически с нуля. И вот сначала занимались сами, потом взяли там несколько уроков у звонаря. Вот. Ну, в общем-то, сами репетируем, сами ходим. Ну, мне в данном случае помогло мое увлечение молодостью. Я играл на ударных инструментах, поэтому координация, чувство ритма, это все, ну, понятно. Ну, в общем, и помогает в колокольном звоне очень здорово. Также был проведен мастер-класс по колокольному звону с рассказом о нем. Все желающие смогли позвонить в колокола и приобрести начальные навыки церковного колокольного звона. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос посреди нас! И есть, и будет! Будет.